Пушкинском музее в отделе личных коллекций проходит выставка Александра Григорьевича Тышлера, замечательного советского художника. Мне кажется, что это один из самых серьезных и важных проектов, которые музей осуществил за последние годы выставочной своей деятельности. Тышлер – один из немногих, который в это время создает новый язык художественный. Все элементы этого языка известны, были как бы и раньше. Ну, конечно, все пользуются в искусстве метафорой. Да, но так, как делает это Тышлер, вы с трудом найдете у других мастеров. В его картинах мы теряемся в поисках смысла и содержания. Мы их пытаемся разгадать. Некоторые так и остаются загадками. Это очень сложный язык, очень непростой для понимания. В его произведениях, а он замечателен тем, что он равно отдавал себя и картинам, станковому искусству. Но недавно он был один из основателей ОСТА, общества станковистов. Он очень много занимался графикой. И там мы встречаем события современности, которым он свидетель, ну, скажем, махновщина. Правда, он говорит не совсем обычно об этом, но все-таки это реальные события, которые имели место. А вместе мы очень много фантазийных элементов, то есть того, чего не бывает. Что это? Ну, до сих пор ни у одного исследователя мы не нашли какого-то подтверждения. Да и он никогда об этом сам не говорил. Он так и ушел, не раскрыв очень многие свои сюжеты. В течение многих лет творчество Александра Григорьевича Тышлера изучала научный сотрудник нашего музея, ведущий научный сотрудник Анна Юрьевна Чудецкая. С 1994 года она работает в музее, и сразу она стала заниматься творчеством Тышлера. Ей принадлежит заслуга организации этой выставки, и я рассчитываю на то, что сегодня какие-то тайны искусства Александра Григорьевича вы нам, Анна, расскажете. Ну вот я думаю, наверное, очень важную роль в том ракурсе на мир, который характерен для его творчества, сыграло его детство. Хотя его детство было счастливым по семейным обстоятельствам, как будто бы, да, в самой семье. Но сколько же им пришлось пережить всего. Надо сказать, что Александр Тышлер любил вспоминать о своем детстве. Видимо, это был такой период, в котором действительно закладывались какие-то очень глубокие, можно даже сказать, мировоззренческие основы. Его семья жила в большом дворе в южном городе Мелитополе. Этот двор населяли такие же семьи ремесленников разных национальностей. И вот этот двор, населенный людьми, которые умеют делать прекрасные, нужные вещи, которые живут дружно, эти воспоминания легли в основу многих живописных серий. Некоторые картины так и называются «Соседи моего детства». Как на старинной фотографии замерли фигуры. Есть работы, которые объединены в серию «Парад». И здесь Тышлер раскрывает уже более соотнесенные с, можно сказать, мифологическим пластом. Женщина является хранительницей очага, она является осью, на котором держится весь мир. И на ее голове мы видим конструкцию, из которой вырастают сыновья.
И семья его – это тоже часть мира. Она огромная семья, 8 человек детей, и Саша – самый младший. Одно из воспоминаний детства, как к ним в дом пришли с обыском. У него даже такой рисунок есть. Да, арест, обыск. Конечно, для маленького мальчика это было очень яркое, сильное впечатление. И, может быть, заложило вот наличие в его творчестве вот этих двух начал, утверждающей себя жизни и постоянной опасности. И судьба этой большой дружной семьи ремесленников в 20-м столетии оказалась чрезвычайно трагичной. Один из братьев был повешен в Крыму. И, в общем-то, это известие подвигло юного Тишлера к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. И второй его брат был убит в самом Мелитополе, когда махновцы завладели городом. Здесь важна такая историческая деталь, что Махно и его приспешники, они въехали в Мелитополь под видом свадебного поезда. Причем сам Махно был переодет невестой. И вот это трагическая для семьи Тишлера клоунада тоже открывает очень важную тему в творчестве Тишлера, где гротеск, где такое переодевание, перелицевание героев. Тишлер своим искусством доказывает нам хрупкость вот этой человеческой жизни. Сила прорастания семейного бытия, когда рождается много сыновей. Все это чрезвычайно важно и значимо. И эта тема сменяется в 30-е годы другим пространством. Словно раздвигаются границы, картины. И фигура человека оказывается маленькой, словно заброшенной в это большое пустое пространство, которое в лучшем случае становится, ну, достаточно равнодушно встречает этого человека, но порой может стать и враждебным. Но вместе с тем все-таки Тишлер обладал, особенно в 20-е годы, это проявилось довольно ярко таким, я бы сказала, общественным темпераментом. Недаром он создал знаменитый плакат против антисемитизма. Огромная композиция, очень выразительная, которая была издана огромным, по-моему, 20 тысяч, такой тираж. Значит, у него было какое-то отношение вот к тем событиям, которые были вокруг него. Художника Тишлера, конечно, отличает вот эта его открытая гражданская позиция. Он никогда не остается равнодушным, он не является наблюдателем. Искусство очень искреннее, искусство очень сильное, очень жесткие, очень трагические стороны действительности отражаются в искусстве Тишлера. Как все-таки интересно, у крупных мастеров он делает замечательные несколько листов «Расстрел голубя». И практически ведь он обращается к своим предшественникам, и к Пикассо, связанной с Корейской войной, и даже к Гои, «Расстрел» вот этот знаменитый 1803 года. Эта тема уже на новом уровне, по-новому возникает у него. Вот и хочется вновь такие сказать о вот этом пластическом, да, мифологизме. Да, мифологизм когда какой-то.
Тишлер ищет вот эти символические, пластические символические формы. Да. И это же 64-й год. Казалось бы, да, это дыхание оттепели, дыхание нового времени, оптимизм. А вот тут и видно, что он, понимаете, он не прилепляется к времени вот только сегодняшнему дню. Он видит шире и масштабнее все, что происходит вокруг. И вот в этих сериях мы видим вот в таком уже дистиллированном, что ли, виде конфликт добра и зла. При этом добро беззащитно, а зло вооружено. В этом зале висит и удивительная работа, которую первый раз могут увидеть зрители. Она досталась сегодняшним владельцам в таком странном виде. Она была плотно закрашена краской. И только реставрация смогла открыть вот, собственно, сюжет. Среди какой-то спортивной площадки мы видим и молодого человека, который прицеливается в чучело, возможно, буржуя. Но вот этот расстрел был художником спрятан, или художник отказался от этого изображения по каким-то причинам. И вот мы сегодня можем поразмыслить и о времени, и о жестокости. Вот эти вопросы волновали художника, и, как мне представляется, эти вопросы сегодня они звучат очень остро. Вот такая композиция, как радио «Октябрины», такая фундаментальная вещь, потом, по-моему, 25-го года, да? 25-го года. А какая же она сложная в плане ее интерпретации, правда? А, в общем-то, я думаю, понятно, что он хочет сказать. Это образ толпы, который несет в себе одновременно и какую-то жутковатую радость, и опасность, и эти неоднозначные лица рождают ассоциации даже со средневековым искусством или с искусством Иеронима Босха. А что вы думаете о размещении в центре фигуры со свиньей? Да, да, вот такие босховские, да, хоть вот брейгелевские образы. Имею в виду какие-то еврейские представления об этом животном и что-то глубоко сатирическое, необыкновенно фундаментальное. Композиция сама по себе. При том, что это небольшие размеры, и это тушь, это рисунок. Просто удивительный. Еще несколько работ я хотела отметить. Это серия «Провинция», где тоже с огромным теплом вспоминает Тишлер о своем небольшом южном городе, о людях. Один из искусствоведов обозначил искусство Тишлера как пластический мифологизм. То есть какие-то очень глубокие понятия: женщина, дерево, древо жизни. А Тишлера находят свою пластическую, очень убедительную формулу. Может быть, поэтому художник нам не раскрывает сразу свои загадки, свои ключи не дает к разгадыванию картин, потому что он предполагает, что мы должны почувствовать вот эту глубокую мифологическую основу его творчества. Ну, ведь он чувствовал жизнь с самых разных сторон. Это то, о чем вы сейчас рассказываете. Это листы из самых обаятельных и поэтичных, по большому счету, правда? Причем замечательные композиции, да, когда фигуры он располагает, скажем, правой части, потом пустое пространство, и вот все это живет, вот это, ну, замечательно. Я еще хотела сказать про одну из работ, где фигура женщины, несущая
две корзинки с младенцами в такое пустое пространство. Очень, правда, дружелюбное. Это работа, которая может пронизать зрителя ощущением влюбленности в мир. Эта работа оказалась под очень уничижительной и, можно даже сказать, агрессивной критикой. И Тишлер с другими художниками был обвинен в формализме. Вот перед нами эта небольшая книжка, вышедшая в 1933 году Осипа Бескина. Но эта маленькая книжка создала очень большой эффект. И среди таких замечательных художников, как Истомин, Гончаров, Филонов, здесь упомянуто и имя Александра Тишлера. И даже воспроизведена вот эта работа. Какое обвинение, если можно так сказать, в кавычках, было предъявлено этому произведению? Основное, так сказать, обвинение в том, что мы не видим реалистического воспроизведения мира. Давайте я даже прочту. Да. Картина с миражом города на горизонте. На переднем плане фигура идущей женщины, на голове у которой две поставленные одна на другую люльки с младенцами. Очевидно, этот головоломный трюк призван выразить любовную осторожность материнства. В картине полное отсутствие какой бы то ни было социальной опосредованности. Отрицание реальности заходит так далеко, что в этом произведении отсутствует и какая бы то ни была психологическая разработка. Только символ, знак, субъективистски выдуманный, намекает на общечеловеческий смысл сюжета. Вот такое, я бы даже сказала, ёрническое, да? Мне даже кажется, что какое-то вот такое вот переворачивание того, что мы видим в этой интерпретации. Суть выступления Бескина в том, что искусство должно быть очень понятно. Понятно любому рабочему, любому человеку. Осип Бескин является в это время директором государственного издательства. И это ясно, что это не частное мнение одного отдельно взятого человека, а это некая директива, некое, так сказать, послание художникам, дать им понять, что от них ждут. Ну, ведь книжка это книжка, и огромное количество статей выходило и так далее. Ну, надо, конечно, оценить все-таки, что происходило в целом в искусстве. Конечно, бесспорно. Да. В 1932 да. году выходит постановление правительства о том, что перестают существовать такие художественные группировки, даже как и ОСТ. И в 1932 его. В 1932 да. году. И возникает один общий творческий союз. Союз, ну, в данном случае, художников. Куда Тишлер и вступает сразу в 1932 году. Но книга Бескина выходит в 1933. Да, наступил период печальный. Можно его назвать как вот период насаждения такого вида искусства, как социалистический реализм, под которым мы понимаем вот искусство, которое идет навстречу идеологическим установкам. И получается так, что Тишлер все меньше становится участником официальных выставок. Mm-hmm. И в 1966 году выставка Тишлера в Пушкинском музее вызвала, можно сказать, ажиотаж. Она стала событием художественной жизни, потому что во многом это вернулось искусство художника, который был заклеймлен как формалист. И вот он оказался в стенах государственного музея. Ну, Анна Юрьевна, мы живем
с вами как раз в такой год, когда мы все вспоминаем такое явление, как оттепель, не правда ли? Вот. И это действительно было время, в которое многое было сказано об ошибочности, о неправильности, да, тех, того пути, который на каком-то этапе вот, был предложен тогда, да, который, так сказать, проводила сама власть центральная. И тем не менее, вот то, что мы называем оттепелью 50-х годов, которая начиналась в нашем музее с выставки 56-го года, выставки Пикассо, которую Илья Эренбург привез из Франции от самого маэстро, и которое прошло здесь с огромным успехом. Ну и потом пошел целый ряд других выставок. И вот в том числе в 66-м году наш музей впервые сделал выставку Тишлера. Она проходила у нас в главном здании музея. Она собрала огромное количество людей. На ее открытии было очень много деятелей культуры. Я вспоминаю и Плисецкую, и Щедрина, композитора, Илью Эренбурга, таких художников, как Дейнека, как Гончаров. Вот все они, собственно говоря, Шумаринов, Верейский, они все пришли на открытие этой выставки. И надо вам сказать, что она тогда прошла с очень большим успехом и интересом публики. И, надо сказать, просто было событие. Ирина Александровна, но да. Вы знаете, что ни одного слова об этой выставке не было опубликовано? К сожалению, мы за этим следили. У нас очень много зато писали в нашу книгу отзывов крупнейшие наши художники того времени. И художники, и деятели культуры, и писатели. Да. Вот они писали об этом, и выставка прошла, так сказать. Она запомнилась на очень долго. Но я могла бы рассказать один такой эпизод, характерный для этого времени, 66-го года. В какой-то день, пока выставка еще шла, я была в колонном зале Дома Союзов на каком-то очередном совещании Министерства культуры, которое там проводилось. И в антракте в фойе меня неожиданно увидел наш министр Екатерина Алексеевна Фурцева. Я должна сказать сразу, что я положительно относилась к этому министру. У нее не было, может быть, достаточных знаний необходимых для этой должности. Но, по крайней мере, было желание что-то делать. И люди, которым она, в общем, как-то доверяла, они могли рассчитывать на помощь. Она встретила меня в фойе, буквально, в смысле слова, так сказать, приперла к стеночке и сказала, что я слышу, что у вас в музее происходит. Признаться, я подумала, что, может быть, украли картину или пожар. Вот. И я просто вся затряслась от ужаса. Я говорю, что произошло? Она говорит, у вас показывают Тишлера. Ну вот тогда я успокоилась. Я говорю, ну да. И вот в этот момент очень интересно для ситуации, которую мы сейчас с вами обсуждали. Мимо проходил Иоганссон. Вот, Борис Иоганссон. Кстати, очень хороший художник. Да, он писал на заказ, но вместе он писал хорошие картины. Он подошел, обнял Екатерину Алексеевну за плечи, сказал: «Катя, что происходит у вас с Ириной Александровной?» Она говорит: «Подумайте только, вот они показали Тишлера». И он сказал: «Тишлер? Ну, прекрасный художник». И вот здесь Екатерина Алексеевна произнесла прекрасную фразу, очень запомнившуюся мне: «Да, а мне говорили». То есть, кто ей говорил? Ей говорили же братья-художники, конечно, поливая его грязью. Вот, мол, какое безобразие, музей Пушкина сделал эту выставку. То есть я хочу сказать, что мнение о том, как должно развиваться, кто значительный художник, кто плохой художник, оно во многом создавалось для решающих ситуацию органов, оно создавалось самим же художником. Понимаете? И вот это очень дурно.
И это очень плохо, понимаете? Что для него была эта выставка 66-го года? Это был триумф? Ну что вы, для него это нечто было особенное. Я вам должна сказать, что после этого пошли выставки, стали довольно систематически на улице Вавилова. Там был такой дом художников, где показывались его выставки. Я туда ездила на них. Вот. И так примерно раз в 6 лет, раз в 5 лет, там 3, по-моему, выставки, 4 выставки он показал. Но это было уже после нашей выставки. Мы продолжим наш рассказ о творчестве замечательного художника Александра Тышлера в следующей передаче.